что ты сейчас видишь, это новый командный режим в Suspects. Здорово всем подозреваемым, и с вами, как всегда, Саня Слоун, и сегодня наконец-то подъехала долгожданная инфа про новую карту, про обновление на Хэллоуин, также хэллоуинский особняк, конечно же, версия Steam и новый легендарный скин Джо из будущего. Ты готов? Тогда скорее ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и конечно же в настройках игры вводи самый топовый код автора Sloan. Ну а мы изучаем. Дамы и господа, мальчики и девочки, сэры и сырихи, здравствуйте! И сегодня разработчики выкатили нам дорожную карту этой недели. И они опубликовали там новости по поводу новой карты, также по поводу Steam-версии, хэллоуинского особняка, нового легендарного скина и, конечно же, немножечко похвалы для вашего любимого ютубера, дорогие друзья. Но давайте по порядку. Я уже у себя, конечно же, перевел все на русский язык, поэтому нам будет проще усваивать информацию. Сегодня мы раскроем все тайны, которые были спрятаны до недавнего времени. Поехали, мои юные детективы! Добро пожаловать в новейшее издание журнала «Инспекторов», подозреваемые! Сегодня мы анонсируем наш следующий игровой режим, продемонстрируем наш новейший легендарный скин и расскажем вам все последние новости о Suspects Mystery Mansion Steam. Да, предварительный просмотр командных войн, подозреваемые, Team Wars уже в пути, и мы не можем дождаться, пока вы их опробуете. В этом новом режиме игроки сражаются друг с другом в трех разных командах, то, о чем мы с вами говорили уже, ребята, неоднократно. Нет заданий, нет репортов, нет голосования, нет саботажей, ничего такого нет. У всех игроков будет возможность убивать, как в режиме убивать могут все. Команда, которая уничтожит всех остальных, естественно, победит. Этот режим вдохновлен пользовательскими игровыми режимами, представленными в нашем сообществе. Ну, ребята, битва этажей, мы уже с вами говорили об этом неоднократно, но в командных сражениях также есть классная уникальная анимация, которая воспроизводится, когда вы входите в игру, ребята. Вот эта анимация, посмотрите, вот она. Вот так вот выглядит эта анимация, когда мы будем запускаться в этом лобби. Вот так вот она будет выглядеть. Офигеть, посмотрите, это уже что-то новое, ребята. Обнова просто подлетает, мы уже скоро ее сможем пощупать просто. Вот так вот прикольно она выглядит, как по мне. Разработчики двигаются в верном направлении и делают просто потрясающие вещи. Режим игры будет доступен, ребята, уже 1 октября. Так что сохраните эту дату у себя в календаре, потому что, ребята, мы будем записывать видосы по этому режиму, мы будем играть в него просто нон-стопом, пока этот режим не надоест нам всем. 1 октября, ребята, запишите себе где-нибудь и запомните, зайти в игру будет обнова полюбас. Будем шпилить все в этот режим. Также немаловажная деталь по поводу командного режима. Здесь об этом не написали, но я вам скажу, так как разработчики написали об этом в Твиттере, там ответом на комментарий. Вопрос был такой, будет ли этот режим доступен в дружеских лобби. И разработчики ответили, что пока что они не могут добавить этот режим в дружеские войны, они будут его добавлять чуть позже. Поэтому, когда он появится 1 октября у нас в игре, он будет доступен только в пабликах. И уже потом его добавят, естественно, в дружеские игры. Просто реализовать это в дружеских играх пока что непонятно, как это будет. Поэтому, ребята, пока что он будет только в пабликах. Усвоили эту инфу, ребята, закрепили, в общем-то, и запомни, звонок только для учителя, поэтому сидим и читаем дальше. Новый легендарный скин Джо из будущего. Ребята, в прошлом своем видео мы уже подробно поговорили про этот легендарный скин, но здесь я чуть-чуть, так сказать, как разработчики написали, немножечко бомбану, так сказать, текстом. Готовы ли вы использовать возможности будущего в своих играх? Наш новейший легендарный скин Джо из будущего уже доступен. Да, ребята, он доступен, также в магазине сейчас доступен и легендарный скин на дракона, поэтому они стоят одинаково, и у вас есть выбор, либо то, либо другое. Но никогда у вас не должно быть выбора при вводе кода автора, и этот код автора самый топовый в игре Sloan. Запомнили? Опять же таки, закрепили, ребята. Поехали дальше. Самая важная инфа, особенно для тех, кто ждет новую карту. И дальше мы перейдем к Steam-версии игры. Особняк Хэллоуина плюс новая карта. Как упоминалось в нашей дорожной карте, мы упорно работаем над тем, чтобы сделать особняк как можно более жутким к Хэллоуину. Мы приготовили для вас несколько сюрпризов, которые придадут особняку особенное ощущение Хэллоуина. Так что ждите пауков, тыкв, надгробий и многое другое. Поистине ужасно.
Мы также идем по плану с нашей новой картой, которая должна выйти в конце 2021 года. Ничего не разглашая, эта карта является огромным шагом на пути к созданию мира подозреваемых и позволит вам хорошо познакомиться с историей нашей игры. Может быть, даже отвечая на некоторые из наших самых насущных вопросов. Кто знает. То есть мы, возможно, раскроем сюжет подозреваемых на новой карте. Она ответит нам на все вопросы, возможно, никто не утверждает на 100%, но возможно, на какие-то вопросы касательно мистера Козову и что произошло в этом загадочном особняке, что за тайну он скрывает, возможно, мы узнаем это все на новой третьей карте, ребята. Так что будьте готовы, к концу этого года у нас будет топовая обнова с новой третьей картой. Теперь, ребята, переходим к версии в Steam. Как многие из вас знают, мы тестировали Suspects Mystery Mansion в Steam, представляя доступ нескольким избранным создателям контента, чтобы помочь нам обеспечить бесперебойную работу игры на платформе и сделать ее подходящей для аудитории на ПК. Да, ребята, я вам показывал уже неоднократно геймплей на ПК, у меня есть доступ к версии Steam, я пытался выбить для вас тоже ключи, но пока что их не получил. Ребята, Steam-версия просто идеально работает, там нет багов, ну практически нет, можно так сказать, но их исправляют очень быстро. Обновления сразу же залетают, ничего не надо обновлять, все само обновляется, в общем, топовая штука. Мы рады сообщить, что мы добиваемся больших успехов. Отзывы до сих пор были исключительно положительными. Мы только что реализовали выбор микрофона, сопоставление клавиатуры и восстановление учетной записи. А это значит, что вы сможете синхронизировать свою учетную запись с мобильного на ПК с Facebook. Теперь по поводу даты выхода. Мы пока не готовы назвать дату выпуска, но следите за нашими официальными каналами раздачи ключей Steam, поскольку мы продвигаемся вперед в процессе подготовки игры к реализации. Так сказать, ребята, Steam уже скоро выйдет, так что нам уже разработчики дают понять, скоро будут ключи раздаваться и так далее. То есть то, что нам уже и обещали, да? Немножечко, конечно, по плану оно сдвинулось чуть-чуть дальше, но ничего страшного, ребята, мы подождали, мы смогли с вами, ничего страшного не случилось. Теперь, ребята, самое интересное, вишенка на торте, касающиеся вашего любимого ютубера, покорного слугу Саню Слоун. Разработчики отметили мой канал, а также наше русскоязычное комьюнити и всех моих подписчиков в следующем посте. Пришло время выделить одного из самых активных членов нашего сообщества, Саню Слоун. Саня Слоун, русскоязычный ютубер, который занимается созданием контента для подозреваемых с первых дней существования нашей игры. Его талантливые зрители были первыми, кто разгадал сложную загадку в таинственных передачах Мелвина, а также создали некоторые из наших любимых фан-артов. Да, ребята, ну Витек рисует, вы рисуете, все рисуют, ребята, это просто бомба. И одна из моих подписчиц, Маша Золотарева, дала правильный ответ на эту тайну. Она разгадала этот шифр, который был на телеке, ребята, в этой таинственной передаче. Она разгадала все слова, весь этот шифр, и я скинул его разработчикам, я закинул ей 240 гемов на ее аккаунт, и да, ребята, это отдельное спасибо ей конкретно. Конечно же, ребята, отдельное спасибо всем вам, всем тем, кто ставит лайки, кто пишет комментарии, кто участвует в развитии моего канала, а также нашей игры Suspects, потому что мы не сидим на месте, мы стараемся продвигать ее и продвигаем ее успешно. Наша русскоязычная комьюнити занимает лидирующую позицию среди всех комьюнити по этой игре, потому что нас очень много, дорогие друзья, нас очень много, нас невероятно много, нас бесчисленное множество, и мы всегда стоим друг за друга горой, даже несмотря на то, что мы иногда бываем немножечко токсики. В общем, если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.